Всем привет, с вами снова Кокос, и мы продолжаем проходить игру «Кровная вражда. Ведьмак истории». Итак, ведьмака мы пока не встретили, хотя на скриншотах он был. Я не знаю, какой роли он будет. Так, это мы не можем взять, да? Максимум украшений. А, вот это что? Украшение. Приказ переместить. Лирия, рок, зелье храбрости. Нельзя. Так, это тоже у нас украшение, так? Усильте слабейший дружественный отряд, назначение силы сильнейшего дружественного отряда. Ого! Я хочу сделать улучшение. Мастерская, нет, королевский шатер. Хватает? Да. Закрыто. После каждой битвы увеличить армию на один отряд. И... блин, просел по деньгам, да, теперь? Так, зато теперь мы можем сделать еще одно украшение. Я хочу вот это. Окей. Покинуть лагерь. Поехали. Так, у нас ничего не осталось, чтобы хапать-то здесь. Стоп. А как мне вот туда попасть? Стоп, не-не-не-не, вон туда. Сундук. Где-то тут. Сундук. Через низ, походу, да? Или же нет? Нет, через низ. Стоп, и как же это сделать-то? Армия Мэвы внезапно лоб в лоб столкнулась с Нильгардским отрядом. Ага! О, чудо! Захватчики не построились в боевой порядок, а двинулись, как есть ей, навстречу. Их предводителем выступал богато одетый мужчина, от которого исходил крепкий запах пижмовых духов и спеси. Ваше Величество, мое имя Трагерн Варвдифер. Мне поручена миссия доставить Вашему Величеству данный ультиматум. Вдифер. Вдифер. Эмиссар развернул пергамент, скрепленный печатью, сделал глубокий вдох и начал читать. Я, генерал Ардаль Аэбдаги, требую немедленной и безоговорочной капитуляции Лирии и Ривии. В противном случае я сожгу каждый город, деревню и святилище. Твоих подданных закую в кандалы и возьму в плен, а побежденных и схваченных солдат развешу вдоль дорог в назидание остальным варварам Севера. Ну, рискни. Когда прозвучала последняя угроза, эмиссар свернул послание и ожидал ответа, издевательски усмехаясь. Он позволил себе подобную наглость, веря, что дипломатическая неприкосновенность убережет его от гнева королевы. Ну, давайте сделаем так. Напыщенный болван получит позже просьбу. Благодарю за доставленное послание. Его изысканный стиль неоспоримо доказывает преимущество нильфгардской культуры над отсталым севером. Отвечала королева, и голос ее был холоднее снегов Махакама. Без малейшего промедления я передам свой ответ его превосходительству. Вот он. Только попробуй, сукин ты сын. Сказав так, Мэва пришпорила скакуна и полетела галопом, оставив нильфгардцев в облаке пыли. Захватчики уехали туда, откуда прибыли. Их провожали свист и ругань лирийских солдат. Ага, съел. Так, сначала за сундуком. Я хочу сундук. Так, мораль у нас полная. Зайдем сюда, узнаем, что надо. Госпожа, безземельные хлопоты, что до сих пор нанимались... Холопы, что до сих пор нанимались на работу к лорду Клейтону, хотели бы присоединиться к вашей армии. За пару часов я смогу объяснить им, какой конец пики направлять на врага,
Вопрос в том, сможем ли им платить жалование. Нет, я придержу золото для других целей. Стоп. То есть можно еще раз прийти и попробовать, да? Обычно нельзя. Ой! А тут что, Нильфгард? Почему тут уже нильфгардская символика выставлена? Обалдели в край, что ли? Молиться мне пока не надо. У меня все хорошо с этим. Так, почему ж такие? Отправиться на спасение Дравограда. Так, ладно, попробуем, может, здесь пройти. Ага. А вот и сундучок. И там еще одна рамка. Нет, поздравляем, вы нашли карту, которую сможете использовать в сетевой игре Квинта. Кобель-бомбометчик. Это как раз против нас такие сражались. Кстати, она анимированная. Круто. Так, а где у нас... А, во, карта, да? Пошла дальше. А я думал, тут будет несколько карт. Так, а тут сюда нельзя ничего тут посмотреть? Похоже, нет. Вот, вижу. Угу. Так, а здесь у нас что-то на доске написано. Добавлены новые отметки. Ну, позади ничего нету. Это уже радует. Так, а пойдем тогда с Нильфгардами поговорим. Че они тут встали, свои флаги выставили? Навалять им? Ау! Они сами первые захотели. За основными силами Нильфгардской армии шли отряды фуражиров. Они опустошали амбары, реквизировали коней, забирали ценные. Разгром этих отрядов не имел решающего значения для изгнания врагов из страны, однако Мэва не собиралась пускать грабежи на самотек. Обычный бой. Начать бой. Усильте слабейший. Так, по какой теме пойдем? С приказом. Блин, и ни рыба, и ни мясо у меня, да? То есть... Ладно, вот это оставим, на всякий случай. Вдруг они вышвырнут. И ничего не охота тратить-то так-то. Окей, сыграем тем, что есть, да. Опять картошка? О, нет. Усильте эту карту на 6 единиц и добавьте ей стойкость после того, как на поле появятся дружественные отряды. Стойкость. А не обалдел ли ты? Так, легкая пехота. У меня-то уж нету сил. Так, мы можем призывать одного, так? И значит, кого мы хотим призвать?
почему бы не призвать его? Скрать, отлично. И конец хода, да? Стойкость. Угу. Призовите копию этого отряда из вашей колоды. Так. Это мы сможем ударить на 4. Или сделаем вот так. Верхний отряд Блиц. Верхний отряд Блиц. Ладно. Одно и то же. Вражескому отряду увеличивает число зарядов на каждый раз, когда появляется дружественный отряд. Не нравится. Однозначно не нравится. Вот так. Ну, раз вы настаиваете. Нет ли у тебя чего пожрать? А то я голодный, что твой волк. В войсках мне делать нечего. Так, и... Раз, два, три. Три, восемь, девять. Девять урона. Девять урона. Куда бахнуть? Вот этот мне не нравится. Если честно. А может никуда не бахать? Этот сейчас еще один приказ кинет. Слушайте, давайте сделаем вот как. Надо было слухать мою бабу. Ага! Отлично. Он пацанул. Ну, естественно. Зато вот это у него осталось. Десятка. И однерка. Жалко, стойкость не могу я добавить. Ну, пас. Окей. Угу. Угу. Этот уже усиленный, да? Так, этот призовет. Этот поднимется. Этот сыграет на урон по целой линии. Если красиво все сделать. Так, давай. Да. Опять рекорд. А, у него сместилось. Слушай, ну-ка. А, не, я сейчас ничего не могу сделать. Бронь, 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 бронь. Так. Не, не могу. В эту жатву вместо жита черных косить будем. И если мы выбираем, к нам приходит. Давайте Варангербурга сделаем тогда. Будем их продамаживать, раз у них они сейчас в линии будут выстраиваться. Сходу.
Новые приказы? Нет. Ага. Так. Вот это мне не нравится. Вот эта мне штука не нравится. Скажи, что шутишь. Вот так? Иногда так повезет, что лучше пешком пройтись. И вот этих убрать. Спасибо. И забафать. Забафать. Мне еще одну врангербургскую. Конец хода. Ну что ты там думаешь-то? Алло? Чемпион? А. Импера. Так, ну-ка, давай ты мне вот... А что у нас в сбросе есть? Ага. Если мы сейчас вот эту и вот эту заберем. А здесь неизвестно, да, что у нас? Так. Чего надо? Вот так. Что? Кто посмел? Какие они есть, а как же? Так мы сапоги жмуть. Жмуть. Блин, опять не хватает места. Так, все, да? Ты сюда. У тебя 4 броньки. Значит, выстрел на 4. Следующий ход. Да, не успеешь. Ты долго думаешь, слушай. Чемпион. Пошла, пошла! Блин, щит не доснялся. Зараза. Так, у нас 11 самый сильный. А теперь, если мы сейчас что сделаем? Во-первых, мы сейчас улучшим следующий, идущий по блицу. Давай тебя будешь стрелять. Раз, два, три. Три. Сюда одна влезет. Левый, правый. Левый, правый. Ну, соображай давай. Нанести
Каждый раз, когда появляется недружественный отряд. Ну-ка. Достаточно одной стрелы. Так, пятишка. И теперь... Блин. Увеличить число на... с активной способностью приказ. Ее величество исключительно. Как-то так. Снова тянут с жалованием. 3-3. Конец хода. Да ну, чувак, все, это уже, я не знаю, 5 карт, чтобы набрать сотку. Ну? Укрепите все копии. Рахшайз! Инфе! На 2. Не влази, да? Ну, значит сюда. Укажите мне цель. И... Даже не знаю. Уже вытянуть-то ничего не смогу. Давай, больше. Нильфгард! А если нет брони, то что делать будешь? Так, 19. На. Лови. Это наверняка важный урок, но вот такой. Пока. Ну, я уже ничего не смогу сделать. Разве что вот так, да. Конец хода. Ну? Снова на фронт. Да хоть, не знаю, вот сюда пусть будет. Все, отдыхай. Тише ты. Вдруг политрук услышит. А, мое, мое. От герцога Ардаля Аэбдаги, великого канцлера, командующего группой армии «Восток», полковнику Эовину Варглейвиду. Ваша первоочередная задача – захват Дравограда. Если возьмем этот город, в первые дни войны наши сторонники получат дополнительный аргумент в переговорах с лирийской аристократией. Королева Мэва пусть вас не тревожит. Согласно донесениям разведки, она только что перешла границу во главе небольшого отряда. Она не способна нарушить наши планы. Ха-ха. Вот оно. Нильфгардское недооценивание врага. Так, а у нас вот тут нельзя пройти, да? Окей, ну мы не будем пытаться тогда. Что у нас? Теперь давайте помолимся, дабы поднять свою мораль. И вовсе я с ней не играюсь. И не трачу ее. Я ее тестировал. Да-да-да. Давай. Все. Чтобы не оставлять. О, вижу дерево. Халявное дерево. Так, это что-то наши, что ли, стоят? Так, у нас вот здесь вот еще нычечка. А до тебя как добраться? Что-то я не понял. Как добраться до нее? Кто-нибудь знает? Может, в обход замка, наверное, да?
Здорово, ребятня. В конце концов, королева заметила развивающиеся на горизонте лирийские флаги. Самое время, сказала королева с улыбкой. Мэва решила поговорить с командиром отряда. Баронет Эльдар. Им оказался некий баронет Эльдар. Мэва не была знакома с ним лично, но юноша очень впечатлил ее. Чем? Однако Рейнард, вместо того, чтобы обменяться сведениями о передвижениях врага, расспрашивал его о совершенно незначительных вещах. Как себя чувствует твой отец? Надеюсь, он в добром здравии? Не жалуется, хотя ему еще досаждает ранение, которое он получил зимой на охоте. Я передам, что вы о нем спрашивали. Королеве наскучил пустой разговор. Она стегнула коня поводьями и двинулась вперед. А как только отряд Эльдара остался позади, отозвала Рейнарда в сторону. Мол, надо читать, по-любому. Рейнард, мы на войне. Не время для сплетен и обмена любезностями. Да, Ваше Величество, мы на войне. И здесь ничему нельзя верить. Даже именам. О чем ты? Ближе к делу, Рейнард. Отец Эльдара умер месяц назад. Отлично. Если бы парень был тем, за кого себя выдает, он бы, вероятно, знал. Круто. Это значит... Ах, он мерзавец. А ты молодец. Какой безупречный акцент. Боюсь, он один из многих. Шпионы Нильфгарда, как всегда, превосходно подготовлены. Скажи, как ты его раскусил? У него не было траура на доспехах. Если бы не это, я никогда бы не догадался. Что прикажете, госпожа? Следить за нильфгардскими ряжеными? Послать за ним лазутчиков. Пошли нескольких людей, пусть идут по их следам. Только незаметно. Как прикажете, госпожа? Лазутчики наблюдали за действиями мнимых лирийцев с безопасного расстояния. Вскоре они донесли, что диверсанты направляются в сторону Растбурга, крепости, расположенные в нескольких стае к северу. Стаи? Это что, километры, мили? Ух ты, заброшенные угодья, пазл. Ага. Так, тут у нас выход к этой, да, территории, где мы уже разграбили. Ну, точнее, как разграбили? Мы забрали свое. Вижу дерево. Спасибо, что оно помечено. Так, а ну-ка всем разбежаться. У войны много запахов. Запах пожарища, крови, грязи. Мне же они напоминают прежде всего смрад от гниющих тел. Ветер разносит его далеко, вселяя ужас в сердца простых людей и приманивая чудовищ. Так, убить всех гулей, активировать способность вашего лидера. Совет, положитесь на свои самые верные отряды. Верные. От верности, да? То есть, я понял. Начать бой. Давайте посмотрим, что у нас за загадка. Один раунд. В начале каждого второго хода поглощайте отряд из вашего сброса. И усиливайте эту карту на 3. В начале каждого третьего хода поглощайте отряд из вашего сброса. Сброс противника. У него все десятки. То есть этот увеличивается 21-21. Следующий после тройки. Этот улучшается 10 и плюс 3. Это 26. А если мы сейчас ему бахаем, он получается тройкой. Но сразу меняется. Получается 13-16. Он становится 16. Мы выстреливаем одним. Получаем одно. У нас еще есть использование верности. Вот почему он говорит, типа, используйте верность. Значит, надо разместить, потом еще раз повторить. Ну вот видите, верность — это нанесение 2 урона случайному вражескому отряду. Ближайшему. А, ближайший! Все, отлично. Ближайший, значит, проблем нету. Я думал, он может стрелять тогда по дальним.
конец хода. 16. Нам казнь работает как уничтожать сильнейший отряд. Или отряды, если они равны. То есть нам просто-напросто их надо поравнять. До 21 мы не успеваем. Здесь, значит, нам надо просто подравнять его к этому ходу, чтобы он был 21. Ему надо нанести сейчас, сколько получается? 3 и 3. Ему надо нанести... Так, он плюс десятка, будет 26-29. То есть мне нужно отнести ему 7 очков. Нет, 8. Ну-ка. Достаточно одной стрелы. 15. 2. Потом еще 2. И потом тройкой. Да. По-моему, подходит. 13. Конец хода. И... Смотрите, в этот ход мы якобы не успеваем, да, сделать казнь. Просто потому, что мы используем... Укажите мне цель. Мы снимаем его до 11. Подтверждаем. Он восполняется. И теперь... Отлично, все правильно. Арбалетчиком снимаем. Арбалетчик по вашему приказанию еще прибыл. 3. И в следующий ход он еще не успевает восполниться. Мы убиваем его казнью. Буяга! Фух! Внимание населения завоеванных территорий. Попытки помешать военным действиям империи будут караться по всей строгости. Хайльзерхерзайр. Герцог Ардель Айбдаги, великий канцлер, командующий группой армий Восток. Угу. В общем, мы показали, как оно бывает. Так, давайте на этом мы серию закончим. Всем спасибо за просмотр, надеюсь, вам понравилось. Продолжение смотрите в следующих сериях. Ну, я с вами прощаюсь, до новых встреч в новых видео. Пока-пока.